Телеканал КРТ представляє. Это нужно быть таким толстокожим, как, например, Петр Алексеевич, который уходил тоже под крики «Ганьба». Да, просто чудова людина в цьому питанні. До речі, давайте перейдемо до Петра Алексеевича. Чому ми про нього вже так мало Ми про нього мало говоримо, потому что он політик прошлого. Несмотря на то, что он активно пытается удержаться за вот эти крички. Ви ж казали, що, в принципі, наш електорат, він може простити все, забути все погане, пам'ятати тільки щось... Все было бы ничего, если бы не возраст. Он его подводит. Ну, зараз Петро Олексійович поїхав відпочивати, тобто набиратися сил. Тобто 8 березня він зробив такий подарунок всім жінкам, які за нього не голосували, і полетів до Іспанії. І досі не повернувся, а мав би повернутися, тому що його хочуть запросити в гості до ДБР. Але люди, які захищають Петра Олексійовича, сказали, що його поки що в країні немає. Як ви вважаєте, чому його поки що немає в країні? Що сталося? Розлюбив неньку? Да, все проще. Он воспользовался, я думаю, в первую очередь, свободной пленарной неделей и вот этим вот историей с коронавирусом для того, чтобы выехать и отдохнуть. И зараз... А кроме того, я думаю, что он сейчас рассматривает несколько сценариев. Если, например, мы не знаем наверняка, находится ли он в Испании, у него в Испании есть вилла, которую мы когда-то обнаружили, там такая дачка, по соседству есть земельный участок, дачка его бывшего соратника Игоря Кононенко и Свинарчука, которые, кстати, тоже, как и в случае с Вакарчуком, были куплены через офшорные счета, то есть еще одна статья, по которой Порошенко можно было бы завести еще одно дело, чтобы еще раз вызывать его на допрос, и он еще раз выезжал. Так вот, мы не знаем наверняка, в Испании ли он находится, но если так, то это страна, которая находится в очаге рисковых зон коронавируса и могут ввести карантин. Более того, вы наблюдаете, что вот есть общая тенденция закрытия территории зон. А это официальная причина. Да, это какой жах будет? Он скажет, я не могу, выехать, хотел просто... 100%. Он скажет, у него будет официальная бумага, чтобы занести ее в ДБР. Смотрите, он выезжает не потому, что он боится, что его посадят. Я не верю в то, что при президенте Зеленском посадят Порошенко. Они не способны на это. Ну, будем объективны. То есть, если тобто, вы хотел... не верите, что новый прокурор, который появится, он начнет сразу? Я вам больше того скажу. Вот мы можем с вами даже, если хотите, в эфире поспорить. Давайте. Если вы сделаете... Обожаю это работать. Да, если вы сделаете ставку против, потому что я делаю ставку за то, что Порошенко при президенте Зеленском не посадят. Давайте. Вот. А вы ставите против. То есть вы считаете, так, что посадят? Ну, розумієте, ну як я можу не довіряти президенту, який сказав, що хлопці та дівчата, вже весна прийшла знову, давайте посадки. Ну, ми ж чули це в Верховній Раді. Ну, не буде же людина казати щось неправду. Хорошо, в случае проигрыша, тогда вы целую передачу с другим блогером посвящаете мне и какой-нибудь моей публикации. Договорились? Давайте не всю, але таку вагому частину. Вот видите, вы уже начинаете торговать. Я же тоже могу сказать, смотрите, задержат же, посадят же не на всю жизнь, а, например, там на 2 дня, а потом отпустят под домашний арест. Ну давайте так, мы за эфиром с вами домовимося. О деталях. Яка буде ця статья? Хорошо, хорошо. Да, ну, в любом случае, возвращаясь к серьезности намерения, для того, чтобы посадить Порошенко, нужна воля не только одного генерального прокурора. Должна быть серьезная, внушительная воля. Как минимум 4 людей, которые возглавляют главные правоохранительные институты в нашей стране. А именно Национальное антикоррупционное бюро и САП. Генеральная прокуратура, служба безопасности и ГБР, ну то есть Державное бюро расследований. Только при наличии всех одинаково мыслящих людей на этих должностях и сильной воли со стороны президента может произойти посадка. При этом при всем важно, чтобы в окружении президента было единое мнение в отношении того, нужно ли это делать или нет. Потому что, насколько я знаю, глава офиса президента господин Ермак, он неоднозначно относится к этой ситуации. Он президента всячески отговаривает от того, чтобы он напирал. Потому что с его точки зрения это повлияет на международный имидж, и Украина будет смотреться плохо. Кроме того, вспомните крупные посадки при Порошенко. Несмотря на то, что Порошенко строил из себя не до диктатора. Ли Кван Ю, как он сказал. Да, ну он так
пытался себя позиционировать, у него была в этом смысле благоприятная для него конъюнктура, потому что было военное время, то есть он мог проявлять право на демонстрировать себя каким-то диктатором, потому что военное положение как бы его обязывало. Но несмотря на это, все громкие посадки, а давайте вспомним, кто это был, Корбан, Саакашвили, там, кто еще из таких громких персон? Ну, все эти люди, которые вышли. Да, и куча разных людей, которые сейчас находятся одни на европейских курортах, а другие находятся на свободе. Мы не будем сейчас судить, кто из них был виновен, кто не виновен, а речь идет о том, что президент проявил политическую волю по посадке. И даже при Порошенко, при его таком настрое, он облажался во всех случаях. А Зеленский, он даже не пытается сделать первый шаг, потому что он понимает, что, как правило, и у него это сейчас в большинстве случаев происходит, он делает первый шаг и два шага назад. То есть, чтобы посадить Порошенко, должна быть решительная воля, единое мнение группы людей, которые я пока не вижу. Ми будемо сподіватися, що пан президент Зеленський зможе зробити важливі кроки. Це стосовно, може, нашого колишнього президента. І найголовніший крок – це крок до миру.